Василиса Емельянова и другие. Сейчас Ургант завидует, конечно. Спасибо. Он младше меня на много лет. У меня нету к нему. Дешевый дрон ракетой за полсотни тысяч долларов не самый эффективный метод. Использовать ракетный комплекс «Стингер» или «Патриот» против обычного маленького гражданского дрона будет совершенно глупой затеей. Тогда уж проще сжечь деньги. Цель не оправдывает средства. Более простой, дешевый и, главное, эффективный способ уничтожения. Обещаю, что ты не уйдешь снова. Всегда хотела жить в доме, а там замечательно. Во! Пойдет для рыбы по более удобной для атаки траектории. Яла, контрольный снимок. Твоя термограмма. И паровозик. Самые страшные события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то неизвестным. Пугающим. Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды... Выведут себя дальше. Оружие? А ты думаешь, зачем они прилетели? Мы понятия не имеем. Какие нормы морали? Это наша земля! Раз, два, три, четыре. Кинокомпании ПАТЭ и BBC Films. В содружестве с ПАТЭ Рен Продюксион и BIM Дистрибьюсион.